очень игре? Ну, самое главное, что выиграли. Мы давно не выигрывали на выезде, поэтому это очень важная победа, как и в турнирной таблице, так и в психологическом состоянии ребят. Теперь было две игры, осталось одна. Надо закончить этот футбольный год на мажорной ноте и спокойно уйти отдыхать. И как можно выше подняться в таблице. Я надеюсь, это у нас получится, поэтому все в наших силах. Когда пускал на замену тренерский штаб, что говорил тебе вообще? Какие давал наставления, рекомендации? Ну, сказали, чтобы помог ребятам, потому что Крылья Советов проигрывали, и они хотели отыгрываться, поэтому надо было помочь ребятам, как бы и в обороне, и в атаке, поэтому сказали, чтобы помогал, меньше ошибался. Ну, вот в аренду в Уфе будет за это же, так? Вообще, какие цели себе ставишь на этот отрезок игры? Ну, самая главная цель – это помочь команде как бы, своими полезными действиями, а лично для себя, ну, как бы расти как футболист и набираться опыта в премьер-лиге. Впереди матч с Грозным. Помните, наверное, да, поражение обидное в Уфе, с какими эмоциями будете выходить на матч с Грозным? Да, мы, конечно, это будем понимать, что это поражение дома было, что это последняя игра. Мы будем выходить максимально настроены, потому что надо побеждать, набирать очки, поэтому... Что-что, но по самоотдаче, я думаю, вопросов не будет.